Сыр сулугуни достаточно плотный и его можно запекать на гриле. Сулугуни хорошо сочетается с пряными травами, добавим их перед запеканием, и наше блюдо получится ароматным и очень вкусным. Пряные травы для сыра выбираем по своему вкусу. Подойдет базилик, кинза, мелисса, петрушка, укроп, тимьян и орегано. Можно использовать как свежие, так и сухие травы. Если хотите усилить вкус и придать пикантности, добавьте молотый перец, кардамон и чеснок. Готовя сулугуни, можно экспериментировать с ароматами и каждый раз наслаждаться новым блюдом. Подготовим ингредиенты. В пиалу высыпаем пряные травы и наливаем оливковое масло. Добавляем укроп. Головку сыра нарезаем крупными кусками. Куски сыра и хлеба обмакиваем в масле с пряными травами. Прижимаем, чтобы травы прилипли к сыру и хлебу. Сыр и хлеб нанизываем на шпажки. Сыр и хлеб нанизываем на шпажки. Сулугуни кладем на решетку. Готовим по 2 минуты с каждой стороны. Когда сыр немного расплавится и пропитается ароматом трав, выкладываем его на листья салата и горячим подаем к столу. Приятного аппетита!